Очередное крупное ДТП произошло в Дагестане. В Новолакском районе на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись грузовик с легковым автомобилем. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, в результате чего и произошло столкновение. От полученных телесных повреждений погиб 43-летний водитель «Мерседеса». Еще двое получили тяжелые травмы. Их доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.